почему Инга продается. Короче, я не знаю, почему она продается, ребят, но надо этим пользоваться. И давайте-ка я прямо сейчас проведу два боя. А пока у вас есть такая возможность приобрести, я покажу, как в моих руках эта машинка себя ведет, если кто-то еще не видел. В общем, она насколько хороша и в аркаде, она настолько и прекрасна в РБ. Давайте начнем с аркады. Раз они с этой стороны, давайте я попробую тогда объехать. Что нам тут, как стадо баранов-то толпится, да? Пока противник отвлечен на этих товарищей, я, знаете, что сделаю? Вот так вот. И вот так. А теперь, ребята, быстро ставим лайк и бежим покупать шведскую САФ. Потому что это охренеть какая имба. Подождите, мои хорошие, это аркада. Сейчас мы с вами поедем в РБ. Я покажу, что даже в моих кривых, на маникюренных, блондинистых руках эта тачанка сделает вам просто танковый оргазм в Бартандере. Это эпик, ребята. Это то, ради чего мы приходим играть. Отдохнуть, отвлечься и сделать... Ну что ты трешься об меня? Кто зачем приходит? Да, кто за фрагами, кто потереться. Этот вечер, ребята, будет лечить сегодня душу, потому что я играю на САФа. Ага, бунт, говорит, у них в Артандере, 136 тысяч онлайна. Да что-то, ребят, короче, у меня изначально было такое ощущение, когда улитки официально опубликовали, типа, ой, там дорогие наши подписчики, ой, не подписчики, а эти, а игроки, игорьки. А вы там недовольны, извините, мы вас понимаем. Ну, типа, мы накосячили, мы исправимся. Я такая думаю, опа, это почему они себя так ведут? Но это же то же самое, что идти на переговоры с террористом, понимаете? Ну, да, это вообще неправильный ход с их стороны. Думаю, что-то не так. Будем посмотреть, что будет дальше. Все понятно, ребят. Это же самая лучшая реклама, это самая лучшая акция просто. Это даже более лучше, чем было с Моргенштерном. Сейчас такая идет реклама. Сейчас все блогеры, кому не лень. О, офигеть просто! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Точка, точка, точка. Короче, у Джекофика сегодня идеальная игра пошла, я так смотрю, да? Это прекрасно, да. Он, считайте, был на 9-0. Ай, блин! И это мне повезло, это мне очень повезло, что я еще жива, ребята, потому что вообще брони нет, вообще. Знающие люди, смотрите, на покупали САФ, просто везде одни САФ катаются, везде. Я вот сейчас вот только в прицел, у меня среди союзников, я увидела четверых, если учитывать еще меня, то пятерых. Вот, ребята, мне кажется, это была просто пиар-компания какая-то, вам так не кажется? Это просто гениальный ход, потому что даже картошечники подхватили, начали делать какие-то мемчики. Но это типа антиреклама, но это реклама, понимаете, люди-то пошли. И никто 26 мая, извините, не пошел какие-то другие игры играть. Ну, может быть, там индивидуумы какие-нибудь, я не знаю. Для меня War Thunder любим всегда. Ну, что-то, если не так, то исправят по-любому. Ни один нормальный владелец не будет уничтожать свою игру. Всегда есть люди, которые все анализируют, которые понимают, что нужно сделать для того, чтобы бизнес процветал. Как-то бы мне аккуратненько так сыграть, чтобы вам показать-то вот эту королеву мою. Самое главное, ребят, на этой технике нужна привычка. Я, видите, обычно как бы стреляю и откатываюсь, да, допустим, если я не сделала ваншот. Здесь надо понимать, что перезарядка всего секунду длится. Я привыкала, чтобы не откатываться, понимаете? Чтобы тут же продолжать стрелять дальше. Просто ее называют револьверница. То есть мы стреляем, 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 пока не Вот этот минус, ребята, вот, пожалуйста. Просто вот откуда ни возьмись, появился в рот любись. А бывает такое, это War Thunder, к сожалению. Ну ладно, я не буду зареветь, я зато сейчас поеду и буду мстить.